Здравствуйте всем! Я ученица пятого потока. Почему я пришла в школу? Хотела узнать, кто я, что я. Хотя я гипнозом 8 лет как бы занималась, ходила к гипнологу. Одним словом, очень прекрасная школа. Я очень довольна. Практики у нас было нормально. И как бы я смогла понять, кто я и для чего я в этом мире вообще живу. Каждый день я занимаюсь самогипнозом, разговариваю с высшим «я». У меня такой интересный там всегда дядечка выходит. Я прямо в восторге от него. Увидела маму, душу ее увидела. Наконец-то она успокоилась. И как бы я... Хочу сказать Никите и всей вашей команде, кураторам, огромное спасибо за то, что вы есть и учите нас понимать вот этот тонкий мир. И хочу сказать, что Настя и Гульчура меня чистили, и я была просто как бы 2 дня отходила от того, что они... Как они вот эту систему все проводили, 2 часа. Я узнала все, я была настолько шокирована этим, что, можно сказать, я как бы как новый человек. Настенька у нас просто прелесть, она настолько интересный человек, что мне очень приятно было с ней общаться, я надеюсь, что мы будем с ней общаться. Значит, вашу лабораторию я, надеюсь, тоже буду работать с вами и хочу себя развивать. Сегодня выставила наши сертификаты в Facebook и в Instagram. Поздравления очень много пришло. Мне надо все перевести на финский язык, но я надеюсь, что это будет очень интересная моя работа. Вот, и вы знаете, это как бы можно сказать, и эзотерикой это заниматься не надо, потому что мы все узнаем. Вот. Очень-очень довольна, очень. И надеюсь, что ваша школа будет продолжать свою деятельность очень и очень долго. И, конечно, ваши ютубы все просмотрела. И я надеюсь, что мои друзья захотят тоже прийти в вашу школу, хотя 2 человека уже придут, когда будет у них возможность. Так что большое вам огромное спасибо.